Я ведь пишу только об Азербайджане и для азербайджанцев. Этот текст мне прислали по интернету. Я, когда прочитал, мне понравились стихи там обо всех районах наших. Так подробно написано. А я думал, какой-нибудь Аксакал написал эти стихи, потому что столько хорошего о всех районах написать, это надо быть таким мудрым человеком. Ну, написал, выставил. Потом, оказывается, нашелся автор этих стихов. Вы не поверите, это никакой не Ахсакал. Это из Исмаилинского района Ирина Минникова, студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, просто красавица. Ей всего, наверное, лет 19, я так думаю. Представляете, такие стихи написала. Ну, я сделал из этих стихов песню. Вот давайте послушаем. Вам понравится, клянусь, честное слово. Только не забудьте подписываться. Все, давайте посмотрим. Говорите, что хотите, я люблю Азербайджан. Нет, не переубедите, он прекрасен многих стран. Мы видали эти горы, эти реки и леса, Дубустан, степи просторы и Эйлатские луга. Burdadaklar on keder gündüldü ki Güya çatı ve tam sakitçiliydi Ay Azerbaycan Выдыхали ароматы распустившихся цветов И вкушали ли гранаты из багдадских садов По бульвару вы гуляли И вдыхали моря бриз Ваших огненных огнями Любовались, глядя ввысь Burada boyun küreleri oturan yaşıl örüşler Uçsuz, bucaksız güzellikler Adamı bir kuş sevdi Ay Azerbaycan На базаре раз мы были, шум слыхали городской, или сельские мотивы доносились к вам во двор. Вы лезгинку танцевали, или видели ялы, по бугам мы распевали, звук слыхали ямачи. Kamançanın timinin sesi gelende Tam mı sakitçiliğe gerk olup Ona kulak asır Ay Azerbaycan Lenkerenskik apizina Apizina Provovali kodra Samavari i kuşini Lagiçe baş видел глаз Гебели по лыжной трассе Вы спускались с ветерком По канатной поднимались И вдыхали свежий двор Burada halk ecdadlarımız kimi güzel reks edip ve biz bu medeniyetin taşıyıcısıyız. Ay Azerbaycan! Семь красавиц вы видали, может быть базар Дюльзюль, меж горами перевалы, проезжали поутру. Из армуда в чай вы пили, кушали чабаблюля, может вы еще не знали, что такая есть еда.
Burdan alımcıları seslen, sesli küylü şerk pazarlarında ne istesen almak olar. Ay Azerbaycan! Непрозрачнее и богаче это сказочной страны, описать ее иначе выражения не даны. Говорите, что хотите, я люблю Азербайджан. Нет, не переубедите, он прекрасен многих нам. Sen mağrursan, mən fəhr edirəm ki, bu torpaqda doğulmuşam. Mən səni həmişə tərənnüm edəcəm. Ay Azərbaycan!